Томский областной краеведческий музей приглашает посетить мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД». Единственный в России музей, расположенный в камерах внутренней тюрьмы бывшего отдела НКВД. Уникальный музей повествует о судьбах людей, попавших в горнило политических репрессий в начале 20 века на Томской земле. Вы пройдете по тюремному коридору, посетите кабинет следователя и камеру для заключенных, увидите документы того времени, предметы лагерного быта, ознакомитесь с персональными стендами поэта Николая Клюева и других известных личностей.